Мы приехали в зоомагазин, чтобы купить пасту. Еле здесь вам я слышно. И шампунь. We are working towards our pet checking, which we will be able to do hopefully by tomorrow. Лайфхак. Им не надо рот открывать. Просто берете и чуть-чуть открываете губы и просто чистите. Они сами рот откроют и зубы почистятся. Сейчас я буду писать девочке, которая писала мне то, что она должна приехать в Шарлотт и хочет с ним встретиться, поэтому я напишу то, что я сегодня свободна. Она вчера приехала. Вот. Да, вот только что. И он только что ушел. Пошли. Смотри, сейчас побежит. Это сумка, если что. Мы приехали в Таргет, покупаем всякие вещи, которые нужны. Вот, я, как обычно, в очках. Не знаю, мне уже перестать нравится. Привет! Я что-то ничего не снимала за последние два дня, но я как бы же снимаю влоги, да, каждый день? Ну, не каждый день выкладываю. Так, раз в три дня, раз в неделю. Давайте покажу вам, что я купила, потому что ну, что-то снимать нечего. Мне очень нравится носить очки, поэтому тут отсвечивает, но это мне плюсом выходит. А на прошлом видео мне девочка моя, самая, наверное, одна из, две моих самых активных подписчиц, их я помню, я даже их ники помню. Вот, и одна девочка мне постоянно что-то пишет, это очень приятно, и она написала то, что там был эффект белый, но это был не эффект, это не я сделала, это солнце так посветило, извиняюсь, кому-то у кого глаза заболели, сори боли, просто я этого не заметила, то, что глаза заболели, ничего не заболело, поэтому я оставила. Я купила такие шарики, а я, в принципе, почти не пользуюсь ватными дисками, потому что я не крашусь, я не умываюсь какими-то такими средствами, вот. Но я смотрела влог, и девочка сказала то, что прикольно вот эти штуки использовать, а не ватные диски, поэтому я такая, интересно. Потом я купила два таких ноутбука. Один черный, другой коричневый. Не понимаю их расцветку, там еще был синий. И все, три цвета. Этот я возьму под себя. Может быть, буду потом писать. Кто не знает, я всю жизнь веду личные дневники, это очень удобно. Вот мой сейчасшний, тут от кружки след. Я его веду с июля. С конца июля, 07.20.2020. Вот, я веду их с 6 лет. Я помню, первый мой такой дневник, это была синяя тетрадка с желтым каким-то, с какой-то желтой эмблемой американского университета, наверное, не знаю. Черненький и коричневый. Коричневый, я думаю, пойдет мне нужно для школы, потому что я все время забываю все делать. Я это уже рассказывала, я завела ежедневник, но я все равно забываю про него. Когда у меня прям есть такие планы, я туда пишу. Но вот для школы мне удобнее, потому что мне много чего надо писать, всякие задания, их названия, и там, короче, надо. Вот, он такой коричневый. Начальник я себе заберу. И тут штука, то, что он переводится. Это не натуральная кожа, я вообще против натуральной кожи, против косметики стирования на животных. Я считаю, это просто хуже некуда. Ужас. Я очень люблю одежду из кожи, очень красиво смотрится, но они не из натуральной.
Пойдем гулять. Как холодно. Посмотрите на траву. Офигеть. Это не снег, это холод. Это она замерзла. Сколько градусов? На улице минус 2 градуса. Так, давайте посмотрим мою кашу. Получилась она? Получилась ли еще? Посмотрим, вкусная она или нет. Это странно, мне не нравится. То, что мне нравится, это как-то прикольно, но не в моем вкусе. Всем привет! Мне что тут еле на заднем фоне курицу ест свою. Вот. Я пропала из Ютуба, из вообще из всех социальных сетей. Если вы видите то, что мой влог выходил там 20-13 дней назад, я не знаю, когда я выложу этот влог. Я думаю, скоро. Вот этот. А то это неправда. У меня перед этим был еще один влог, но мне пришлось его удалить. Надеюсь, вас не раздражает вот эти звуки, которые еле жуёт. Ну, извините. Вот. Мне пришлось его удалить, поэтому видео было так давно, но... Оно было совсем недавно, но вы поняли. И в течение 7 дней я ничего не выкладывала, хотя... после того, как... помните мой влог про день рождения? Я после него ничего не выкладывала месяц или больше. И у меня вообще упал актив, очень сильно упали просмотры, и поэтому я сейчас стараюсь это все вернуть, и я пощу каждые там 3 дня, 5 дней, 7 дней, и я не могла постить, потому что я сильно болела, я простудилась и прям сильно заболела. У меня была температура, что странно, но я чувствовала себя очень плохо, у меня все болело, голова, горло, я не могла дышать. Ну, короче, вот. Сейчас сижу на информатике, на ненавижу информатику, и у нас 18 декабря, конец четверти. И до 16 мне надо все сдать. Сегодня 8-е. У меня осталось 8 дней. Но я за 8 дней все сдам. Я, как обычно, мне что-то эта четверть не очень вообще идет. Вообще, точнее, не идет. Мне как-то по всем предметам не очень оценки, кроме social studies и информатики. Другой у меня 2 информатики. Я просто ненавижу. И еще важно, потому что это конец семестра. И то есть на мой семестр влияют оценки моей первой четверти и второй. И у меня начнется второй семестр. Я надеюсь, что мы в школу не выйдем. Что случилось? Очень не поняла, почему в России выпустили моих друзей в школу, потому что сейчас в день 29 тысяч зараженных ковидом. Типа, эта волна сильнее, чем предыдущая. Что-то маразм какой-то, и говорю, типа, дети короной не болеют, это неправда. Я знаю много блогеров, которых там, как я, да, вот выпустили именно маленьких детей до 6 лет, до 7, нет, вот до 5 класса детей выпустили, потому что им, типа, дома сложно сидеть, и дети ковидом не болеют. Насчет тут маленьких детей совсем я не знаю, хотя я не думаю, что это правда. Не знаю, но... Мои знакомые болели, там блогеры, на которых я подписана, там тоже 15, 14, 16, там 17, они тоже болели. Вот. Кто не знает, ковид может вообще даже без симптомов пройти, поэтому... во-первых, у меня прекрасная новость. У меня завтра в школе сокращён день, и мне пришла одежда. Я как бы была немножко разочарована в Шине, потому что сначала я заказывала вещи, а тут только переехала. Вот, и я увидела то, что моя сестра покупала что-то там сумку из Шейна и что-то еще. Я такая, закажу. Все равно была черная пятница, я такая, ладно. В любом случае, я могу вернуть. Вот, и мне пришло, я заказала экспресс-доставку, потому что ждать месяц мне так не хотелось. И вот за недели две мне все пришло. Мой глаз дергается. За недели две все пришло. Что-то мы тут делаем, вообще не понимаю, что мы тут делаем, какие-то туберкулезы. И балака. И
Я сижу, делаю долги. Это неудивительно. А оказывается, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 долгов. Уже 10. Смотрите, какую я галочку красиво поставила. Я так устала делать этот экси-тикет. Почему он такой огромный? Сейчас сделаю другое. Сегодня планирую это точно сделать. Потому что надо. То, что я смогу, то, что там открыто, я сделаю. Тут все открыто. Так нравится ставить галочки, после того, как я отмучаю и сделаю это вот это. Последнее изменение 23 октября. Почему я это не отправила? Мы приехали покупать краску. Я очень хочу закрасить свои белые пряди, потому что я посмотрела на свои старые фотографии. И мне так идет просто... Лестница. И мне так идет просто однотонный цвет волос, я сразу лицо другое. Я решила, что эту сумочку оставлю, она такая миленькая. Вот, сделали новые фотки, но они какие-то очень темно-синие. Постараюсь их обработать. Вот. Кофе полгода почти. Как вам мой новый цвет волос? Окей, я хотела вам рассказать о том, что те, кто... Нет. Те, кто ждал разговорных историй в моем инстаграме, они идут. Я снимаю кучу разговорных историй, и в моей истории, знаете, вот эта полосочка наверху, все затыкано. Поэтому, если хотите послушать о том, что я думаю обо всем, что происходит, и вообще там о моих принципах жизненных, и все такое. И, короче... Я не люблю отвечать в инстаграме. Я не люблю принимать запросы. Ну, извините, но на некоторые я отвечаю. Даже на привет, как дела иногда. Вот. Если вы хотите со мной поговорить обо что-то, об чем-то важном, или спросить там ссылку на что-то. Меня раздражает это. Что я говорила? И, короче, если у вас есть какие-то вопросы важные... То пишите мне в ВК. Я всем отвечаю. У меня закрытый аккаунт, потому что он для друзей. Вот, но я всем отвечаю. Если это мои старые друзья или знакомые, то тоже пишите мне. Я только рада с вами пообщаться.